Друзья мои, всем привет! Еще вы на канале Funny Family Games TV. И мы сегодня с вами поиграем в прятки. Конечно же, в Roblox. Ну что, я вот такой вот пока беленький чувак в каске. Зачем мне белая каска? Ладно, окей, это не важно. Пока мы ждем, мы сейчас будем прятаться. Прятаться в различные предметы, и нас будут искать. Я буду командой синих игроков. Мы с вами оказались, где-то мы с вами оказались, это типа что-то пикника, это какой-то загородный такой клуб, лагерь. В общем, мы сейчас с вами должны спрятаться в абсолютно различные предметы. Только подскажите мне, куда мне спрятаться так, чтобы меня не нашли? Быстрее, быстрее, 8 секунд остается, совсем мало времени, ну что же я так... Ах, короче, ладно, спрячь стол. Нет! Я спрятался вот в эту корзинку. Вы видите, я корзинка. Блин, вот, короче, здесь буду стоять. Тихо, вон нас. Нас ищут эти красные солдатики. Вон они идут, вон они повсюду. А он идет сюда, он движется прямо на меня. Нет, пожалуйста, не надо. Ты не должен догадаться, что я здесь. О, прошел мимо. Короче, нас ищут так называемые сикерсы. А если они вдруг меня найдут, они догадаются, что я этот предмет, то я становлюсь сикерсом и буду также искать другие предметы. В общем, моя задача простоять здесь, чтобы меня никто не нашел. Тогда я получаю определенные поинты, и эти поинты я могу потратить различные апгрейды, апгрейдить своего игрока, там купить одежду и прочее. Вот красный сикерс как раз идет за мной. Их уже 5, предметов 6. Пока синий выигрывает. Видите, он такой, у него такой лазер есть. Короче, он прошел мимо, никого не задел. О! Ко мне кто-то идет. Ну присаживайся. Хочешь со мной поиграть в прятки? Прятки? Я сегодня играю в прятки в Roblox. Ну мы, конечно, можем с тобой попробовать потом поиграть в настоящие прятки. Хотя, что тянуть? Пойдемте прямо сейчас. Поехали. Я считаю до 5, не могу до 10. Короче, я пошел вот тут спрятаться за шторкой. Я надеюсь, она меня здесь не заметит. Давайте вот так просто я спрячусь. Правда, она меня может увидеть по ногам. Сейчас выключу свет. Раз, два, три, четыре, пять. И погнали танцевать. Ну что, пойдем искать папу? Если он спрятался, посмотрим. Так, может он открывать его? Нет, тут только Даня. Ну, давай. Посмотрим. Может под кроватью? Под кроватью нету. Да, нету. Посмотрим. Может, под этим? Я уже не выдержу. Ну все, нашла, да? Да, нашла. Ты, видать, раньше меня заметила, или нет? Да, раньше заметила. Ах ты хитрышка. Понятно, ладно, теперь я тебя ищу. Смотри, вот этот красный чувак, он меня ищет, видишь? Я вот этот предмет, я сейчас сюда спрятался. Он, короче, ходит, проверяет, сейчас смотри. Ай, нашел меня! Теперь я стал вот этим сикерсом красным, и я должен искать другие предметы. Давайте же, вот у меня есть такой, знаете, такой шнур. Где же Роблоксы? Куда вы спрятались? В палатку? Нет, или может быть в камень какой-нибудь? Тоже где же кто-то спрятался? Короче, к сожалению, я в этом раунде проиграл, но будет сейчас второй раунд, и посмотрим, чего же Никита. Вот видишь, пока я сейчас теперь мы переселились, я такой беленький. Я не похож на себя в красной рубашке. Подсказывай, во что мне спрятаться. Мы будем прятаться в различные предметы. Сейчас посмотрим, где мы окажемся. Я могу спрятаться во что угодно. Сейчас посмотрим. Нет, кроме травы. Ух ты, это какая-то школа. Так, мы, короче, можем с тобой прятаться в телевизор, в ноутбук, во что угодно. Милана, говори во что. Ребята, пишите в комментарии, во что. В любое, во что. Тут сковородка. Давай в сковородку. Вот, все, я сковорода, Милана, все, погнали куда-нибудь. Все, сидим здесь. Вот мы сковорода, короче. Сикерсы идут! Сикерсы идут! Он сейчас будет проверять, он нашел кого-то, видишь? Если он сейчас заметит, что я здесь сковорода, он пошел обратно. Эй, сикерс. Ну, он, короче, нас не заметил, он пошел дальше. О, вон он еще в каске, вот он, сикерс идет. Давай вот здесь, теперь вот здесь я буду, вот здесь, Милана. Я решил поэкспериментировать. У нас остается 2 минуты, чтобы продержаться, всего лишь... Вон он идет, вот еще одна идет. Прошел мимо. Нам важно победить, нам важно получить определенные баллы и поинты.
чтобы потом что-то себе интересное прикупить. Сикерс идет, вот он еще раз. Блин, идет сюда. Так, тихо, сидим. 50 секунд осталось. Друзья, пока мы с Миланой все сидим. Блин, опять они идут сюда. Они все-то начинают проверять тут. Смотри, проверяют. Сейчас, если они здесь заметят эту сковороду, они не видят, что ли, мою сковороду? Кто-то из них заметит. Тихо. Ай! Ай! Нас заметили! Ай-яй-яй-яй-яй! Плохо мы играем в пряточки, друзья мои! Ну, вы подсказывайте тоже, где нам нужно прятаться, в каком месте. А мы, кстати, можем появиться и сразу быть Сикерсом. И мы всех будем ходить искать. Но пока мы появляемся, чтобы нам спрятаться. Милана, мы с тобой Сикерсы! Так, короче, все, ребятки все сейчас тут будут прятаться. И мы на этой же карте с вами, представляете? 10! Да, короче, мы 2 Сникерса и 10 Роблоксов. Ага, это пикник. А, вон я вижу сразу, вот, ходячий, видишь, квадрат. Куда ты? Куда пополз, приятель? Все, сейчас поймаю тебя. Поймали мы его, друзья, давайте искать других. Мы тут играем сейчас за Сикерсом. Так, кто там еще? Кто не спрятался, я не виноват, я иду искать. Вот эта штука. Нет. Нас больше, красных больше, да? Ну, кто где спрятался? Вот в чем... Да, это вода. Время истекло. Роблоксов, где не спрятались, 3 роблоксов остались еще жить где-то в каком-то месте непонятном. Ну что, сыграем еще раз прятки? О, мы будем прятаться. Мы синие, Милана. Мы будем прятаться. Это уже радость. Мне больше нравится прятаться все-таки. Ух ты, посмотри, мы в городе. Так, это интересно. Блин, я целый шкаф ходячий. А я думал, я буду книга. Мама! Куда деваться? Ну что ты там стоишь? Видишь, тут шкаф ходит. Пока недалеко от нас. Ладно, пока мы тут стоим. Мы, короче, спрятались, и мы стали лампой. Вот такой вот лампой ходячий квадрат. А вон какой-то еще квадрат идет. Это наш друг. А мы смотрим, где же Сикерс. Блин, он идет сюда, он нас заметил по-любому. А вон он стоит. Че ты встал? Эй! Ищи нас! Мимо тебя он квадраты ходит. Он что, вообще? Фу-фу! Ня-ня-ня-ня-ня! Я вышел погулять! Ой-ой-ой, здравствуй, мусорок, кто такое? Ну давай же, 2 секунды. Есть! Давай 5, мы выиграли. Мы удачно спрятались. О, смотри, здесь есть блок-шоп. Это означает, что это магазин. И мы тут можем что-то себе прикупить. Здравствуйте, что у вас есть? Вау, дом страха. Мы можем спрятаться в картину. Так. Я теперь паутиной. На-на-на-на-на. О, что, двое уже? Нет, я убегаю от него, блин, Милана, он реально меня заметил. Я ходячая тарелка, убегаю от какого-то красного человечка, блин, куда так много вас, ребята, прошу, не надо. Ой, за мной бежит толпа сникерсов, я пошел сюда, я пошел на лестницу. Мы превратимся в эту. Давай, реально, в кого-то надо другого, в Мишку давай, в этого. Все, я игрушечная мышка. Мишка. В общем, не важно. Я здесь сижу. Я Мишка. Вот я Мишка. На-на-на-на-на. Вот, все, мы игрушка. Все, мы игрушка, мы спрятались. Мы просто на кроватке сидим. Хорошо. Все. Я был тарелкой, а теперь Мишка. Все четко, все клево. Ставьте лайк, друзья. От нас отстали. Друзья, вы поставьте нам лайк, чтобы мы победили. Давайте, побольше лайков. Тогда мы постараемся победить. Сникерсы идут. Сникерсы красные. Слушай, короче, если они сейчас сюда близко подойдут, я сразу буду текать, ладно? Я убегаю. Нет. Ну почему? Я боюсь, что он начнет током своим пулять, и тогда он меня заметит. Все, пока сидим. Осталось просидеть ровно минуту. Почему мы можем стать даже Мишкой? Да мы кем угодно можем стать. Мы... Ну, задача наша спрятаться. Это прикольно, согласитесь, это клево. Милана, нам осталось продержаться 35 секунд. Пока сникерсы сюда не приходили, идет сникерс. Вон он все начинает проверять. 20 секунд, друзья, ну же. Вон сундук прошел, я вижу, там спрятан наш чувак Роблокс. Ну, где же они? 12 секунд, 11, 10. Прикинь, двое только спрятался, я и вон тот сундук. Мы победим. Есть! А уже не важно, все, прозвучал звонок. А это значит, мы выиграли. Ю-ху! Давай 5. Клево, нам дали медальку, ты видела? Ну что, друзья мои, вот так мы сегодня здорово и круто повеселились на Funny Family Games TV. Поиграли в прятки с Миланой. А вы обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш каналчик. И, кстати, пишите еще, какие есть интересные карты в Roblox. Мы постараемся в них поиграть. Всем удачи, всем пока!
Пока-пока!